ботаническом саде расположены, высажены множество различных растений. Экскурсовод проводит вам беседу. Не исчезали, потому как в редкую книгу, красную книгу, потому что они редкие, их численность находится под угрозой исчезновения, мала, либо у них, соответственно, близко к тому. Как правило, из-за деятельности человека основной, соответственно, фактор, который сказывает погоду. Сейчас уже вечер, то есть они чувствуют, что световой день заканчивается, поэтому они начали уже вот так вот закрываться. А так, в принципе, довольно много и разных подарков у нас в коллекции есть. Около водоема, я вот уже сказал, разнообразные приблизительноводные растения. Здесь вот красивые цветочки растут, ромашечки. Голубая зелень, кустарники. Покажу вам красоты. Специально отстал от группы, чтобы показать вам вот эту всю красоту. Интересные плоды вызревают. Да, вон она. Вон на елке. На кедре прыгают белки. Смотрите внимательно. Она сейчас замерла, где-то не будет. Она мишка. Я пока не только вижу. Видишь, пошла? Да. Его наконечник устанавливается для изготовления пивного сиропа. Проходим клен, из которого добывают пивной сироп. А здесь посмотрите, какое красивое здание стоит. Красивая архитектура. Еще один клен. Посмотрите, уже дальше. Роскошные иглы вот этого дерева.
шмель. Смотрите. Вот такая необычная, с такими листьями. Манчжурский орех крупным планом. Хорошо. Входим в теплицу, в которой живут тепличные растения. Сиротонии, цереградские рожки называются, это растение. А, интересно тем, что каждая семечка этого растения имеет один и тот же вес. Вес это равен между собой, между семенами. Цветок, из которого делают чай каркаде. Идем дальше. Западная туповатая такая вот. Это тоже, конечно, уже сортовая можжевельник, скальный, сосна горная. Здесь вот ель гнездовидная. Вот этот вот товарищ. Нет, что это с лицом? Здесь же видим декоративную, мы, конечно, уже. Ну и здесь же видим сами живую изгородь барбариса обыкновенного. Это да? Я все конечно рада знаю,
еще скажите, мы мимо Жасмина не проходили? А, проходили. Маленькие.